Всем привет, с вами Настя Рупель, и я снимаю свое новое видео. Сейчас мы с вами находимся в Грузии, и это город Тбилиси. Мы с вами пойдем посмотреть на местную достопримечательность, которая называется «Хроники Грузии». Вот эти вот все плиты бетонные настолько раскаленные, как будто это угли. Так, а это что-то свиток какой-то такой огромный. А за моей спиной сейчас находится весь город Тбилиси. Итак, скульптурно-архитектурный комплекс «Летопись Грузии». Автор Зураб Церетели посвящается 3000-летию грузинской государственности и 2000-летию начала распространения христианства. К сожалению, все буквы не вмещаются, но я стараюсь. А теперь мы с вами последуем наверх.
Спасибо, Альцкая.